Ну вот, друзья мои, очередной прорыв в прогрессе. Рассчитал 6 комбинаций. 3 двойки, 8, 6, 9, 7, 6, 5, 3 семерки, 9, 9, 7 и 6, 5, 4. И вот одна из них выиграла, а сегодня у нас, друзья мои, 11 сентября, видите? Вот. Девушка, пожалуйста, будьте любезны, проверьте. И как всегда перевернули. Вот сейчас оттуда выскочит квитанция на 2500. А заплатил 1800. Тонкий расчет. Значит, выигрыш у вас 2500? Да. Ой, как хорошо-то. Какой же вы удачливый игрок, а? Настоящий супер игрок. А как вы думали? Вот она квитанция. Прям день города только и выигрывается. А как же? Надо же в день города обобрать гослото. Так, удачи вам еще. Спасибо вам, девушка. Вас тоже с праздником. Вот они, бабки от гослото, друзья мои. В честь дня города, в честь праздника. Вот так, друзья мои. Но эта игра только для взрослых. Детям играть в нее нельзя, не рекомендую, потому что это обман игроков. Если не умеете рассчитывать, то бесполезно. Видите, 6-5 поставил, а дали 5-6. Вот так, друзья мои. 5-6-4 дали. Завтра обязательно будет солнце. Только тогда, когда я проснусь. Но это будет уже 12 сентября. Здоровья всем, мира и добра. Прохладная осень 2016 года продолжается.